heaven on earth. Друзья, это чудесный день. Давайте будем радоваться нашему Отцу Небесному. Будьте как ребенок в его дворах. Оставьте свою религиозность снаружи. Воскликните как ребенок сегодня. Будьте как дитя во дворах Божьих. Вы получите все, что Бог имеет для вас. Иисус сказал, чтобы мы были как дети. Посмотрим, кто здесь лучший ребенок. Я дам вам еще 5 секунд, чтобы прославить его как дитя. Давайте. Все оценивают. Давайте оценим хвалу друг друга. Хорошо? Я дам вам еще одну возможность прославить его. Давайте, прославьте Господа. Так, намного лучше. Я приветствую вас, друзья. Бог любит вас. У Него есть великие планы на вас. Мы приветствуем многие церкви, которые сегодня с нами. Мы приветствуем Йоханнесбург. Поприветствуйте их также. Блумфонтейн, Южный, Северный. Мы приветствуем зрителей на Ютубе. Мы приветствуем зрителей ТБН, Ван Гаспел. Также мы приветствуем телезрителей Praise TV. Миллионы людей смотрят нас сегодня по всему миру. Бог касается людей в их домах, и ваша хвала влияет на это. Бог использует технологии. Аминь. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Мы живем в захватывающие времена. Я знаю, что мы не можем изменить результаты Кубка мира по крикету. Но мы можем влиять на результаты выборов, которые состоятся в следующем году. И если вы еще не зарегистрировались, я сам не зарегистрировался, признаюсь, но я зарегистрируюсь сразу после проповеди. Всем нужно зарегистрироваться. Посмотрите на соседа и скажите: «Зарегистрируйся! Зарегистрируйся, чтобы проголосовать!» Вы должны голосовать. Вы не можете просто молиться и не голосовать. Вы должны голосовать. Посмотрите на соседа и скажите: «Впереди тебя ждет нечто лучшее». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Пусть Бог благословит вас. Я рад видеть столько людей в церкви. Мы — Дом Господень. Я лучше буду здесь, чем где-то еще. Сегодня вам будет весело в церкви. У меня есть хорошие новости. Вы включаете телевизор и слышите плохие новости. Слушайте Евангелие Христа. У нас есть хорошие новости. Я хочу поговорить с вами о месте получше. Переход к лучшему месту. Переход от хорошего места к лучшему. Не позволяйте своему прошлому отравлять ваше будущее. Не позволяйте произойти этому в вашей жизни. Отравлять то будущее, которое Бог имеет для вас. Мы будем и дальше говорить о том, что происходит внутри вас. Избыток начинается внутри. Он не упадет с небес. Он потечет из вашей утробы. Притчи 4:20. «Сын мой и дочь моя, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Скажите: «Моего сердца». Все, скажите: «Мое сердце». Мы должны говорить о том, что происходит в вашем сердце, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Божье слово в вашем сердце, больше всего хранимого, храни сердце твое. Вы должны хранить свое сердце больше, чем свои драгоценности. Бриллианты, золото и серебро. У некоторых есть сейф дома, в котором они хранят драгоценности, но их сердца разрушены внутри.
То, что происходит в вашем сердце, определяет ваше будущее. Библия говорит, что все источники или вопросы жизни, ваш брак, бизнес, отношения, психическое здоровье, духовность, все это связано с вашим сердцем. Вот почему Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце твое. Ведь если здесь что-то пойдет не так, то проблемы будут и там. Мы знаем, что иногда жизнь бывает трудной. Иногда происходят вещи, которые пытаются зацепить нас изнутри. Иногда нам кажется, что наш гнев оправдан, что мы можем излить горечь по поводу какой-то ситуации. Дорогие друзья, не забывайте, что горечь — это когда вы пьете отраву и ждете, что умрет кто-то другой. Мы должны понимать, что независимо от того, что нам подкидывает жизнь, мы должны хранить свои сердца. Вы не можете контролировать то, что ждет вас, но вы можете контролировать то, что происходит внутри вас. Давайте посмотрим, что Иисус сказал по этому поводу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Марка 7:20. Он говорит, исходящее из человека оскверняет человека. О чем речь? Речь в том, что вас оскверняет не то, что попадает в ваше тело, хотя вы можете набрать лишний вес и испортить здоровье. Тело — храм Духа Святого. Мы должны следить за тем, что мы едим и пьем, и не курить. Сказано, ибо «извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Он говорит о греховных мыслях. Но он также имеет в виду, что все в вашей жизни начинается с вашего сердца. Как позитивно, так и негативно. Прелюбодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство — все это начинается внутри. Сначала это должно укорениться в вашем сердце, чтобы потом выйти из него и стать реальностью. Матфея 12:33 стих. Иисус сказал, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. А в 35 стихе он говорит, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое. То, что происходит в вашем сердце, определяет ваши горизонты и отношения. Кто-то сказал, не пойму, почему все постоянно рассказывают мне сплетни про других. Стоит посмотреть в зеркало. Подобное привлекает подобное, да? Не нужно прикидываться святыми. Я не рад тому, что было на крикете, но мне отвратительно, что происходит в социальных сетях. Люди пишут грязь от других. Меня не волнует, что вы считаете, что кого-то там не должно быть. Мы не имеем права осуждать и говорить плохие вещи, чтобы чувствовать себя лучше, да? Да, друзья? Нам нужно думать, прежде чем писать. Станет ли от этого лучше? Скажите аминь. В Иоанна 7 написано следующее. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева или из сердца потекут реки воды живой. Благословение Божье будет течь в вас и через вас. Люди ожидают прорыва в новом году. Они ожидают, что что-то упадет им с небес. Люди говорят, «Господи, дай больше», а Господь говорит, «У меня нет больше. Я послал Своего Сына и Святого Духа. Я дал вам все необходимое для жизни и благочестия. Полнота Бога живет внутри вас. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Мы должны разблокировать, очистить внутренние источники, чтобы Божья жизнь могла течь и делать в нашей жизни то, что хочет делать Бог. Скажите аминь. Хватит смотреть туда, искать прорыва там. Мы должны понять, что говорит Библия. Если в нас есть горечь, непрощение, отвержение, гнев, зависть, осуждение, вина, стыд, то это все помешает тому будущему, что Бог имеет для нас. Мы должны позволить Богу очистить нас изнутри. Мы должны убедиться в том, что то, что происходит внутри нас, остается чистым.
Итак, давайте поговорим о том, как перейти к месту получше. Мы можем поучиться на примере Израиля. В Исходе 15, когда Моисей выводил Израиль из Египта, в 22 стихе мы читаем: «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур». Слово «Сур» означает «место наблюдения». Бог внимательно следит за тем, как вы проходите пустыню. Как вы отреагируете? Легко реагировать так, как все остальные. Но вы можете пройти свою долину так же, доверяя Богу. Вы можете не позволить тому, что происходит с вами, влиять на то, что внутри вас. Бог выводит их из Египта через Красное море, и они оказываются в пустыне. Это место наблюдения. Затем они пришли в Мерру, и 3 дня были в пустыне без воды. Сколько раз мы читали это? Люди оказались в месте, где нет воды. Отсутствие воды — это испытание. Это бесплодность, отсутствие избытка. Мы верим, что Бог даст нам сверхъестественное ускорение, но получаем сверхъестественное замедление. И тогда вы говорите: «Пастор, это не работает. Бог еще не закончил с вами». Мы строим линию за линией. Мы основываем пророческое слово следующего года на пророческом слове этого года. Мы пребываем в пророческом слове прошлого года. Слово «ускорение» не прекращается в вашей жизни, а наоборот. Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, аллилуйя, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу уставы и законы, там испытывал его. Это не то, через что мы хотели бы пройти, да? Испытания житейские, но эти испытания призваны очистить нас. И когда мы выйдем из пустыни вместо благословения, мы не станем эгоистами. Испытания — это часть жизни. Хотим ли мы их или нет? Нравятся они нам или не нравятся? Бывают ли они со всеми нами? Да, братья и сестры, бывают. Бог говорит: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной, или не позволю ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь Бог твой, целитель твой. Аллилуйя. Он и Егова Рафа, и Егова Рафека, и Егова Нисси, и Егова Шалом. Он тот, в ком вы нуждаетесь. Он ваш прорыв и ваше чудо. Он Бог, который открывает путь там, где его нет. Он Бог, который превратит горечь в сладость. Если вы не верите, то поднимитесь на ноги и прославьте Его. Аллилуйя! Вставайте и славьте Господа на этом месте. И пришли в Елим. Сначала Мера, потом Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. Не 72 лиственницы. И расположились там станом при водах. Я больше ничего не буду говорить об этом, чтобы не навлечь проблемы. Братья и сестры, я верю, что Бог проведет нас от Меры в Элим. Я верю, что Бог положит конец сезону горечи, если вы позволите Ему. Я верю, что Бог совершит великие дела в вашей жизни в будущем. Можете сказать «Аминь». Мера буквально означает «горькое место». Это место, где воды горькие. Мы все вкусили Меру. Вы ждали сладкого, а вместо этого вкусили горькое. Вы ожидали повышения, а вас понизили. Вы забеременели, а потом потеряли ребенка. Вы пошли к врачу, чтобы провериться, а у вас нашли что-то страшное. Вы женились и ожидали радостной жизни до конца своих дней, но что-то происходит. Иногда в жизни бывают вещи, которые мы не планировали. Эти вещи могут выбить ветер из наших парусов.
Давайте говорить честно. Наша вера — не отрицание. Наша вера дает нам силу, чтобы пройти долины и темные времена. Когда нам хочется сдаться, мы не сдаемся. Когда мы пьем горькие воды меры вновь, когда мы можем заплатить по счетам, когда ситуация лишь усугубляется, и мы говорим: «Боже, где ты?» Мы не сомневаемся в Боге. Мы знаем, что у Него есть план. Мы знаем, что Бог изменит все. Мы не позволим горьким водам меры наполнить горечью наши сердца. Мы не позволяем житейским событиям изменить нас внутри. Мы не пьем горькие воды меры. Бог хотел привести их в Элим, но Бог вел их туда через меру. Это Бог. Если бы я был Богом, а я не Бог, я бы просто телепортировал их из Египта в землю обетованную без единой битвы. Но Бог знал, что это невозможно. Он знал, что ЮАР должна пройти через боль апартеида, научиться ходить в прощении, отпускать прошлое, позволить Богу исцелить горечь прошлого. Вот что делает мера. Ведь если мы принесем меру в Элим, мы отравим Елим. Есть много политиков и других людей, которые пытаются отравить будущее, которое Бог приготовил для ЮАР. Но они не смогут. Бог контролирует ситуацию. И если церковь будет молиться, а верующие будут голосовать, мы увидим славу Божью в ЮАР. Я думаю, все устали от риторики ненависти. Все устали от политиков, которые хотят разделять, чтобы получать голоса. Если вам это нравится, не называйте себя христианином. Вы можете в воскресенье ходить в церковь, а в понедельник произносить речи, в которых осуждаете всех людей другого цвета кожи. Сейчас политики пытаются использовать церковь. Мы уважаем вас, но мы будем молиться о том, чтобы Бог привел своих людей к власти, чтобы ЮАР перешла от горькой к сладкой воде. Нравится вам это или нет, но последнее слово за Богом. Некоторым не нравится. Не нравится то, что я говорю, но кто-то должен сказать это. Итак, Елим, место сладких вод. Вы можете сделать 3 шага вперед и 1 назад, но не позволяйте ничему колебать вашу веру в Бога или засомневаться в любви Божьей. Вы должны принять решение: «Я буду идти в Елим». 70 пальм. Аллилуйя! Ваше будущее еще впереди. Аллилуйя! Ваши трагедии и боль не определяют ваше будущее. Елим — место бесконечного обеспечения. Мера может казаться вам местом вечных испытаний. Задумайтесь вот о чем. Бог приходит и выводит вас из Египта после более 400 лет рабства. Но Он выводит их с чудесами, сильной рукой. Богу не нужна армия, чтобы избавить вас. Он избавит вас в свое время за одно мгновение. Библия говорит, что Он делает все в свое время. Есть время вашего избавления, есть время испытаний. И есть время избавления. Есть время плакать, и есть время радоваться. Время плача — лишь короткий момент, ведь утром приходит радость. Библия говорит, что она не уйдет. Вы будете радоваться. Радоваться и радоваться, потому что Бог превратит вашу горечь в сладость, вашу скорбь в танцы, ваш пепел в красоту. Вот для чего пришел Иисус 2000 лет назад. Израиль выходит. Бог ведет их в облачном и огненном столпе. Они выходят к Красному морю. За ними гонятся египтяне, которые хотят их уничтожить. Даже сейчас люди пытаются уничтожить евреев. Давайте не будем говорить о конфликте. Но я скажу. Потеря невинной жизни — трагедия. Мы молимся за всех. Мы молимся за мир в этом мире. Мы молимся не за мир на Ближнем Востоке.
Мы молимся о том, чтобы Божий план победил. Скажите «Аминь». Для Бога важны все люди. Я не говорю, что одни правы, а другие нет. Вы не можете радоваться, если гибнут дети, женщины. Это ненормально. Мы должны молиться с вами за мир и защиту для Израиля, потому что Бог повелевает вам. Мы также должны молиться за невинных в Палестине. Да? Когда они начинают бомбить других, не нужно запутываться. Мы живем не в Ветхом, а в Новом Завете. Мы должны смотреть на происходящее через Писание, Слово Божье. Есть много палестинцев-христиан, там много рожденных свыше людей и церквей в Израиле и Палестине. Некоторые из вас не хотят, чтобы я говорил об этом, потому что это чувствительная тема, но нет ничего хорошего в том, что гибнет наш брат-христианин. Нет ничего хорошего в том, что гибнет ребенок. Нет ничего хорошего в том, что израильтянок насиловали и убивали. Это ненормально. Нам нужно, чтобы Бог вмешался. Ведь без вмешательства Бога гнев порождает только больше гнева. Ненависть. Больше ненависти. Нам нужно, чтобы Божий мир пришел. Вот и все, что я скажу об этом. Прославьте Господа. Прославьте Его. Славьте Господа. Некоторые из вас огорчились из-за моих слов. Я зацепил священную корову. Ее нужно убить. Мы больше не можем приносить жертвы нашим предкам. Боже, ты что делаешь? Ты обижаешь все больше и больше людей. Я делаю это сознательно, потому что религиозные люди ничего не делают. Они становятся ненавистниками и разделителями общества. Если я встал вам на мозоль, пусть Иисус исцелит ее. А если будете держаться за боль, никто не будет плакать с вами. Итак, Бог вывел Израиль из Египта сильной рукой, провел через Красное море, уничтожил египтян. Он привел их в пустыню вместо наблюдения. Затем Он приводит их в место, где нет воды. Бог контролирует все. Когда нет воды, нам кажется, что Бог оставил нас, бросил нас. Но это не так. Бог наблюдает. Не издали. Он рядом. Он наблюдает. В ваших эмоциях нет воды. Вы проходите через депрессию. В вашем теле нет воды. У вас физические болезни. В вашем браке нет воды. У вас кризис. В вашем бизнесе нет воды. У вас стало меньше финансов, но я хочу сказать вам, что Бог не оставил вас. Бог наблюдает за вами, укрепляет вас, готовит ваше избавление. Не сдавайтесь, продолжайте идти с Богом, храните свое сердце в чистоте и радуйтесь тому будущему, которое Бог запланировал для вас. Не ставьте свой шатер в мере навсегда. Бог приводит их в меру. Господи, дай передохнуть. Я устал. И я нахожусь в отчаянии. Мне нужен прорыв, чудо. Я не пил воды 3 дня. Я год без работы. Я ходил на собеседование, но не получил работу. Бог приводит их в меру. Почему? Потому что Бог должен был научить их, что путь к будущему лежит через крест. Путь к тем обетованиям, которые Бог имеет для вас, лежит через дерево, которое Моисей бросил в горькие воды Мерры. 2000 лет назад Бог бросил дерево в море человечества и позволил своему сыну взойти на тот крест, чтобы излить свою благодать и сказать нам, путь Бога в будущее открывается через крест. Вы должны пройти через крест. Вы должны понять, что Иисус Христос заплатил цену за вас.
вас. Он возлюбил вас и пришел, чтобы дать жизни и жизнь с избытком. Вы не будете заниматься христианством мимоходом. Вам не пережить избытка Божьего мимоходом. Вы не войдете в землю благословений мимоходом. Вы не получите то, что Бог имеет для вас, если не отдадите себя Христу и не начнете ходить в силе Евангелия благодати. Вы должны полагаться на благодать Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Они должны были понять, что нет будущего без креста. Дитя Божье, без креста Иисуса у вас нет будущего. Если вы хотите новых отношений, смотрите на того человека через призму креста. Смотрите на свое будущее через призму того, что Иисус сделал для вас. Вы должны пройти через крест и позволить Иисусу избавить вас от сомнения, эгоизма и боли. Вы должны пройти через игольное ушко перед тем, как они обрели избыток Елим, место бесконечного обеспечения, они должны были прийти в место, которое встряхнуло их. Через это место. Через крест. Не моя воля да будет, но твоя. Крест. Следовать за Иисусом. Они должны были понять, что есть лишь один способ избавиться от горечи. Через Иисуса Христа. Вот почему мы видим дерево. И на этом дереве висел наш Спаситель, чтобы дать нам лучшее будущее. Вторая причина, почему Бог привел их туда, чтобы исцелить. ЮАР, вы должны услышать это. Я люблю эту страну. ЮАР, почему мы держимся за апартеид, за боль прошлого? Почему мы с вами держимся за горечь? Почему мы все так же атакуем с вами друг друга? Мы думаем, что так построим лучшее будущее. Мы говорим об Елиме в вашей жизни. Но ЮАР нужен Елим. ЮАР нужно пробуждение. И перед тем, как придет пробуждение, ЮАР должна прийти к кресту. Люди должны вернуться к подножию креста. Политики должны смириться и вернуться к Христу. Они должны признать, что есть лишь один Бог, и Его зовут Иегова. Его зовут Яхве. Его Сына зовут Иисус Христос. Нет другого способа исцелить горькие воды ЮАР, кроме как через Иисуса Христа. И если мы будем держаться за злость, ненависть и горечь наших предков, мы будем отравлять будущее ЮАР. Я молюсь о том, чтобы мы пережили Мерру в ЮАР. Там Бог помог людям избавиться от методов Египта. Он убрал гнев, боль и горечь прошлого, чтобы они вошли в Элим и пережили все, что Бог имеет для них. Я хочу сказать вам, независимо от того, белый вы или черный, вам нужен Иисус Христос. Какого бы цвета вы ни были, вам нужен Иисус Христос, Спаситель мира. Он путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Нет особого пути для черного, для белого, для иудея. Есть лишь один путь, Иисус Христос. Есть лишь одно имя, которое выше всех имен, Иисус Христос. Нет другого имени под небом, данного человеком, чтобы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Вознесите Его и прославьте имя Иисуса. Славьте Его, славьте Его, славьте Его. Когда мы славим Его, небеса движутся, атмосфера меняется. Славьте Его за то, что Он делает в ЮАР. Славьте Его, славьте Его. Славьте Его за пробуждение, славьте Его за исцеление, славьте Его за прорыв, славьте Его, славьте Его во имя Иисуса, славьте Его, славьте Его. Аллилуйя! Аллилуйя! В мире Бог открылся, как Иегова Рафа. Бог сказал, «Я проведу вас от горького места к лучшему, я проведу вас от разбитости к полноте, я проведу вас от потери к восстановлению, от трагедии к триумфу, от поражения к победе, от нехватки к избытку, от слез к радости. Только я могу сделать это для вас». Только Бог
избавил их от египтян. Только Бог поддерживал их в пустыне. Они должны были прийти в меру. Мы не хотим этого, но сами оказываемся там. Мы ожидаем сладкой воды, а получаем горечь поражения. Мы ожидаем, что все будет просто идеально. И какое-то время все именно так. Бог идет с ними, благословляет их, кормит их, и тут Бог начинает наблюдать за ними. Почему? Он хочет увидеть, что у них в сердце. Второзаконие 8 говорит, что Он провел их через пустыню, чтобы смирить. Он хотел увидеть, как они полагаются на Его благодать. Он хотел научить их тому, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дитя Божье, вы не войдете в то будущее, которое Бог имеет для вас, если будете служить Богу на 10%. Вы должны пройти меру. Вы должны положиться на Божий план искупления, исцеления, свободы и перестать возвращаться в меру, когда проведываете родню на Пасху и начинаете говорить о прошлом. Вы жалеете себя и снова наполняетесь горечью. Вы отравляете свою душу и то будущее, которое Бог имеет для вас. Настало время оставить прошлое и принять новое обрезание в духе. Вы рождены свыше. Вы дитя Божье. У вас есть будущее. Надежда благодаря тому, что Иисус сделал для вас. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Вы оказываетесь там, где не ожидали. Неожиданная трагедия. Многие переживали ее. Я плакал с некоторыми из вас. Мы не знаем, почему это случилось, но я видел, как Бог поддерживал вас. Я видел, как Бог обращал горечь в радость, потому что вы решили не оставаться в том горьком месте, которое для вас приготовило жизнь. Вы сказали, «Я доверяюсь Богу». Да, был плач, была боль. Бог и другие плакали с вами, но я хочу прославить Бога за вашу веру, за то, что вы не позволили тому, что сделал дьявол, уничтожить вас. Вы снова поднялись на ноги. Бог восстановит вашу потерю, вернет вам радость. Бог не оставит вас. Дьявол украл у вас, но Бог вернет вам в 7 раз больше. Скажите «Аминь» и поверьте в это во имя Иисуса Христа. Задержки, плохие новости, предательства и обманы. Да, это все случается в нашей жизни, друзья. К этому нужно быть готовыми. Эти вещи могут выбивать ветер из ваших парусов, если мы позволим им сделать это. Они могут наполнить нас горечью, цинизмом, отравить нашу веру и отношения. Мы либо будем пить горькие воды и меры, либо будем доверять Богу, что Он даст древо, коснется мертвого, бесплотного, безжизненного, вернет радость в нашей жизни. Он сделает это, потому что Он любит вас больше, чем вы представляете. Он превратит горечь в сладость. Но мы не должны пить из горького источника, чтобы не отравить свою веру, не отравить свою душу и свое сердце. Храните свое сердце в чистоте и прощении, и вы увидите, что делает Бог. Он сделал это для Лии. Люди часто говорят о Лии очень плохо. Но она была женой веры. Она прошла через многое. Она вышла замуж, но не была любимой женой. Она ощущала, что ее не любят. Бог видел это. Когда люди проходят через кризис, то начинают сомневаться в Божьей любви. Их вера становится бесплодной. «Боже, если ты любишь меня, то почему это случилось?» Я хочу сказать, что Бог любит вас. Я не знаю, почему вы прошли через это, но Бог поддерживает вас. Бог сохранит вас. Он поможет вам. Он понесет вас. Он отомстит за вас. Он благословит вас. Люди скажут, «Не говори так». Я говорю это, потому что так поступает Бог. Вы потеряли ребенка. Я молюсь, чтобы Бог дал вам другого ребенка. У вас проблемы с болезнями в теле. Я молюсь, чтобы Бог поддержал вас и продлил ваши дни на земле. Последнее слово за Богом. Сила жизни и смерти не в наших руках. Библия говорит, что наши дни сочтены. Если наше время настало, мы пойдем в славе, свидетельствуя
Божие, славя Бога. Мы не боимся смерти. Мы можем покинуть эту землю в 40, 50, 60, 70 или 80. Это не имеет значения. Нам не гарантировано завтра, только сегодня. Мы должны жить сегодня во славу Божию. Скажите аминь во имя Иисуса. Я сказал, если наступит мое время, не задерживайте меня здесь. Я буду сопротивляться. Не позволяйте докторам задерживать меня здесь. Я говорю это со всем уважением, доктора. Да, мы боремся за жизнь, но последнее слово за Богом. Мы должны доверять Ему. Это главное. Мне нужно попрощаться с нашими зрителями. Я буду проповедовать дальше. Вы можете смотреть нас на других платформах. Бог любит вас. Я не знаю, где вы. Возможно, вы в долине отчаяния, в яме и не можете выбраться. Есть люди, которые молятся за вас и любят вас. Есть Бог, который любит вас. Он ждет вас с открытыми объятиями. Вам лишь нужно прийти к Нему. Не нужно долгих молитв. Вы можете просто сказать: «Отец, помоги». Просто скажите: «Иисус», и Он придет. Он обновит вас, восстановит вас и поднимет, потому что Он любит вас больше, чем вы можете представить. Пусть Бог благословит вас. Мы любим и благословляем вас благодатью, миром и милостью нашего Господа Иисуса Христа. Поаплодируйте им!